Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у нас предновогодняя суета, сегодня суббота, сегодня очень много людей вышли просто на прогулку, ну и также пополнить подарки, точнее запас подарков, вылить огромное количество спринтайлеров, которые попали в кадр с огромным количеством пакетов, потому что, видимо, все закупаются подарками к Новому году. Сегодня многие согласились мне попозировать, сегодня достаточно тепло, но, как вы видите, многие все равно утеплились. Не могу не обратить внимание снова на закрытую щиколотку, щиколотка, у которой сохранена ее узость за счет того, что она открыта, брюки подкатаны, а обувь укорочена. Но, тем не менее, щиколотка закрывается все чаще и чаще. Я сегодня принарядилась вот таким образом. Недавно я выпустила видео о многослойности при помощи верхней одежды. На верхнюю одежду сегодня у меня тонкий пуховик и сверху пальто. Сегодня я увидела на рынке, я снова пошла на рынок, вот такие классные сумки. Вы знаете, вблизи они сделаны потрясающе. Они стоят 15 евро. Не нужно было, наверное, даже мне уточнять, кожа это или не кожа, это безусловно не кожа, безусловно читаемые, узнаваемые модели, но это не реплики ни в коей мере. И могу сказать, что очень хорошо сделаны для 15 евро эти сумки, но это уже не в первый раз, когда я сталкиваюсь с очень хорошо и аккуратно сделанной фурнитурой на вот таких недорогих сумках. Сегодня я нашла вот такой потрясающий свитер. На самом деле это свитер мужской, кстати, меня просили показать адреса, вот, например, адреса магазина, который вот таким образом распродает остатки, какие-то последние размеры на рынке. И я сегодня снова стала счастливой обладательницей нескольких мужских, кстати, свитеров. Я скоро выпущу видео о своих покупках. Вот Егорка помогает, несет покупки. Часть покупок – это подарки им же на Новый год. Сегодня, повторюсь, многие стрит-стайлеры согласились попозировать. Я знаю, что многим нравятся животные в кадре, поэтому я стараюсь снимать домашних животных, которых вывели на прогулку. Они одеты не менее красиво, чем хозяйки либо хозяева. И хочу снова сказать, ответить точнее на вопрос, что да, за всеми собачками убираются. У сеньоры висит зеленый маленький контейнер. Это не что иное, как пакетики для того, чтобы убрать за своей собачкой. Снова хочу обратить внимание на закрытые щиколотки. Здесь они не очень закрыты, но, по крайней мере, присутствует фантазийный носок. Я этому очень рада. Это совершенно точно тенденция. Я считаю, что три тенденции я смогла уловить на стрит-стайле. Это закрытые щиколотки, это также верхняя одежда на верхнюю одежду и также укороченные уги или просто тапочки, меховые тапочки. Но эту витрину я тоже показываю вам не случайно. Мне стала очень нравиться вот такая обувь, но внимание, она совершенно невыгодно смотрится на женской ноге, если мы используем эту обувь с достаточно короткими юбками, либо юбки, которые прямо-таки даже по середину колена, и, соответственно, речь идет также о платьях. Но эта обувь смотрится очень и очень красиво, если длина юбки, длина платья у нас середина голени и ниже, и также очень хорошо и красиво эта обувь смотрится вот с такими перепонками, с одной, либо с большим количеством, это могут быть балетки, а может быть и небольшой каблук. Эта обувь прекрасно смотрится с брюками любой ширины. Обратите внимание, на мой взгляд, это модная обувь, хотя мне часто пишут, что у нас такое уже давно носят и давно модно.
Как я уже говорила, я готовлюсь к видео об обуви, которую в особенности любят итальянки. Забегая вперед, хочу сказать, что итальянки любят особенную обувь, обувь, которая обращает на себя внимание. Но данная подборка, она о сочетании красивом розового и серого цвета. Я зашла в магазин и примерила также несколько шапок. Мне очень нравится шапка вот с такой вышивкой. Я знаю, многие блогеры объявили ее тотально немодной. Но на итальянках я замечаю и смотрится под солнцем прежде всего. Такие шапки очень-очень красиво. И также я примерила, мне кто-то написал в комментариях, как правильно называется этот головной убор. Мне очень он нравится. Единственное, что он был мне велик. Я обратила внимание на такие длинные серьги, приложила их к ушам, они смотрятся на мне, по крайней мере, потрясающе. Я всем советую присмотреться, нашла себе вот такой вариант и за ним вернусь, но здесь, как вы видите, не хватает одного страза, они были в единственном варианте, поэтому я надеюсь, что будет ассортимент, и я также, реассортимент, точнее, я также попаду на скидки. Но я купила себе вот эти серьги. Они в H&M стоили, наверное, 9 евро, но обошлись мне со скидкой, потому что уже начались промо-акции. И обязательно запишу видео по поводу того, что вообще я купила сегодня, и по поводу отдельно бижутерии, как ее выбирать таким образом, чтобы она, чтобы ее нельзя было спутать с вашими драгоценностями. Вот эти сережки мне очень понравились, и также вот эти сережки мне очень понравились. Я не купила их по той причине, что они были тяжелыми, это тоже H&M, и в особенности мне приглянулись вот эти сережки. Не купила их, потому что они были, опять же, тяжелые, и мне, что называется, до кучи, но если вдруг вам нравится, присмотритесь именно к этому варианту. Во-первых, очень красивое сочетание цветов коричневого и голубого. Голубой пластик и, возможно, это плексиглас, будет очень красиво смотреться на солнце. И эти сережки сделаны очень-очень аккуратно. Вообще, бижутерия в H&M, на мой взгляд, всегда на высоте. Данечка очень красивая. Еще будет сейчас, не волнуйся.